Нашла подругу, Мир? Да. Похоже. Да шучу, дурын. Но мне кажется, это не бабушка. А кто? Нормальный. Тоже ежик у нее, видишь? Надо немножко включать логику, а не просто читать уметь, например. Утро тренировочного дня первого. Мы начинаем, конечно же, зарядочки, пробежечки. Вдоль горной реки сейчас побежим. Да. Вот это круто, да, Мир? В горах, с курорта на курорт бежим, из Красной Поляны в Розы Хутор. Умылась? Хорошо. Можно дальше идти. Ну что, вот, и позанимались, побегали, сделали зарядочку просто утреннюю, без всяких там тренировок, просто это зарядка, да, утренняя. Как тебе вообще здесь, в горах, на природе? Очень классно. Что нравится? Свежий воздух, очень красиво, можно на что посмотреть. Ну да, пейзаж меняется. Да. Даже на речку сходили, да? Да. Умылись там в ручеёчке. Да. Ну здорово, ты молодец. Все, давайте каждое утро будем зарядочку, да. И будет все классно. Все-таки здесь природа, да. Силу дает, да? Вот после того, как я умылась, мне очень легко было бежать. Конечно, конечно. Давай. Ну что, до Савариума прогуляемся, посмотрим на печушек.
Утятки, утятки. Какой? Печушечка, да? Какой сидит? Птенчик. Заведем его. Что? Заведем птичку? Такой, да? Ну, какой шальной тут. А это, мам, да. Орел Степа. Степа. Это наш попугайчик. Это наш попугайчик вернулся сюда. Пап, наш попугайчик вернулся вот сюда и превратился вот в такого орла. Гриня, ку-ку. Василис, это ястреб Конюк, его зовут Каня. О, смотри, какой Каня. То есть они всю жизнь как бы в этой клетке сидят, не летают ничего у вас, да, получается? Как всю жизнь? Ну, как вот, как они у вас появились. Угу. Вот этот рыжий Конюк, его машина сбила, подобрали. Ага. Да-да-да, видно, видно. Мама, даже вот серая ворона. Смотри, тут Фрида и Ось. Ой. К реальными болезнями приносят. Тоже вот это у сов очень распространено. И других хищных птиц. Мам, прям как смирные сидят. Да? Белые очень соленые. Красивые. Уху! Привет! Здравствуйте, ребятки! Нравится, Васян? Вот еще какая-то. Чего он, Васян? Смеется, говоришь? Ага, ржет. Ржет как кто? Как конь. Как конь? Ага. Вот они, собак, с одним да. Глазиком. Берешь? Не бойся. Не подходи. Хорош. Хорошая птичка. Хорошая. Хорошая птичка. Да, хорошая. Хорошая птичка. Хорошая. Да. Хорошая птичка. Черный гриф. Ну какой. Ух, какой. Ой, какой ты огромный. Приятного аппетита. Спасибо. У нас сегодня салатик. Обожаю супчик. Это. Супчик вот такой вот вкусный. Гречку с мясом. Все как положено, да? Кормит на убой. Если у тебя супчика, мясо и этот салат. Угу. Этот салат очень вкусный. И полезный. Правда, вообще не очень понравился, но мне очень понравился. Куда идешь, красавица? На треньку? Огонь! Вон тебя тут коллеги догоняю.
Как настрой-то вообще? Нормал? Слава богу. Дозрело тут. 3 килограмма прибавилось? Да. Да. Нет, 43. Она умерла. Ага. Ну что, как завтрак, Васян? Вкусно? Да. Тебе? Очень. Что там сегодня? Омлет, каша, блины, да? Ну, кормят вообще прям... Только самосознание поможет, да? Да. Остановиться. Мамон. Мама не может остановиться. Нет. Ну что, как море? Отлично. Отлично. Васён, понравилось на море купаться? Да. Да? Да, ещё буду купаться. Ещё будешь? Здорово. Скоро в дельфинарий ещё пойдём. Да? Да. Как там тренировка, дела? Повернись сюда, не имею. Ничего. А? Нормально? Да, вспоминаю. Ну, слава богу. Купальник. Ой, красивый, какой купальник у тебя. Супер. Что на отдыхе? На лодочке на папу хочешь показать купаться, да? Ага. Море, море, пенный шелест. Да, Мир? Абсолютно бесплатно сфотографироваться с нашими артистами и посетить шоу «Минские королевы». Лотерея будет. Необходимо приобрести лотерейные мячи у наших администраторов. Сидим, ждем представления, да? Да.
Какого? От дельфинов. Дельфина и это. И морских котиков. Котики. Да, сейчас будем смотреть. Первый раз в дельфинарии. Я, кстати, тоже первый раз. Я еще не был. Победителя получит возможность абсолютно бесплатно сфотографировать. Добрый, добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие. Мы абсолютно разумеется вас в этом открытом, чудесном, душевном, в общем, самом лучшем дельфинарии на планете Земля. Вам отдельно здравствуйте от нашего мэра. Акулите, будьте любезны, пожалуйста. Вот, спасибо. Самая любимая игрушка его мозга. Самый популярный спортивный стоял. Мяч. Ирку чемпионата мира по футболу 2018 года. Красиво. Красиво. И что самое главное? Начнем, наверное, тренером руку. Сразу нужно было делать, да? Смотри, она ноги убрала, и сразу все получилось. Серёжечку покрупнее, а ей и леща. Реально, вот. Даже за кулис смотри, не поверила, да? Спасибо, второй мяч можем убирать. Нет. Зачем дать? Он уже все показал. Что значит нет? Не, парни, подождите, это не его высота. Ну вы же подняли его. Выгоните все вместе сюда!
вы еще говорите Месси, да? Роналду, да? Ну, как я уже говорил, это российская сборная, мяч есть попадание. Вот это так, падение через себя, да? Тревоги она покажет, а что она именно посвященность способна. Так, друзья, внимание, партия, проход через все поле мимо противника. Ваше внимание, как зона бассейна. Классический слэм-джек. Во всей своей красе.
что, как представление? Супер! Огонь! Мне тоже очень понравилось. Там видел дельфин, да, что прыгают? Да. Акселя, да, там? Да. Тройные. И четверные. И вот опять на тренировочку. Да? Маршируешь. Ну что, как разминка? Нормально. Слава богу. Давай сейчас на лед. Да, Чоль, заказали тебе тут небольшой подарочек. Надо иди посмотри. Вау! Вот такие вот конечки серебряные. Это подвеска, украшенница тебе. Будешь носить, да, и радоваться. Да. Ты же у нас фигуристка. Да. Ну, поэтому конечки. Вот. Заказали в этом ювелирном магазине. Ссылочку оставлю. Там можно не только коньки, есть разные. То есть абсолютно. Можно даже клюшку хоккейную сделать. Вот, представляешь, какие? Ничего себе. То есть, да, у них собственное производство. Бесплатная доставка. Поэтому, ну, интересны на самом деле вещи. Такие, как подарок, очень классные. Ссылочку оставим в описании. Заходите. И радуйтесь. В общем, вот так, ребят, проходят наши сборы. Потихонечку восстанавливаем вращение, прыжки, нарабатывается. Какие-то прыжки уже более-менее восстановили, какие-то вспоминает Мирослава. Поэтому работаем, двигаемся дальше. Надеюсь, все получится. Стараемся максимально работать вот над этим всем. То есть и зарядочки утренние, то есть и с тренерами работают на льду полноценно и в зале. Поэтому только вперед. Всем удачи. Ждите новые видео. Скоро обязательно буду.